Виктория Лопырева отреагировала на обвинение со стороны Андрея Малахова. Телезвезда решила напомнить о достоинствах своей внешности. Блондинка воплотила сексуальный образ. Она облачилась в роскошное мини-платье насыщенного синего цвета. Мерцающий наряд с эффектным вырезом на груди отлично сидел на ее фигуре. Виктория дополнила смелый аутфит гламурной прической, ярким макияжем и классическими светлыми туфлями на шпильке. «Ты лучшая шикарная красотка!» – восхитились поклонники модели. Некоторые фолловеры упрекнули Лопыреву. Они считают, что инстадива увела мужа, бизнесмена Игоря Булатова, у своей подруги Таты Карапетян. Об этом недавно высказался ведущий скандальной программы «Прямой эфир». Он дал откровенное интервью Ксении Собчак. В ходе беседы с коллегой шоумен подчеркнул, что Виктория Лопырева ради своего счастья пошла по головам. Как можно было увести мужа у беременной лучшей подруги? Вы были вхожи в семью, бесплатно ходили в салоны, и поступить так, как вы, это что-то с чем-то, указала одна из подписчиц Виктории. Та ответила на нападки. Опять 25? Мы не были подругами, в дом никто не ходил, указала Лопырева. Молодую маму также спросили, почему она разрешает самому известному желтушнику Малахову полоскать свое имя. Блондинка дала понять, что не намерена публично выяснять отношения с Андреем. Как у него профессия такая, всю жизнь в чужом белье роется. Не будем мешать, пояснила она.